Сегодня мы посетили Макеевскую исправительную колонию для мужчин, которая неоднократно подвергалась обстрелам в августе прошлого года, а после частичного восстановления еще раз подверглась минометному обстрелу диверсионно-разведывательной группы противника в феврале этого года. За время боевых действий погибло 12 осужденных и ранено 2 сотрудника. Однако работа исправительного учреждения не прекращалась ни на день. Тяжелая обстановка усугублялась и отсутствием теплоэлектроснабжения. Но и с этой задачей сотрудники справлялись на достойном уровне, установив буржуйки и котлы в жилых и административных помещениях. Несмотря на то, что опасность возобновления боевых действий все еще есть, более 80% повреждений уже восстановлено. Со остеклением дела обстоят немного хуже. По предварительным подсчетам требуется более 400 квадратных метров стекла, с которым сейчас в республике большие проблемы. Учитывая все факторы, можно сказать, что условия содержания заключенных не стали хуже. Оказывается, медицинская помощь, работает библиотека, пищевой блок обеспечивается продуктами. Также осужденные занимаются изготовлением икон и другой сувенирной продукции, имеют возможность играть на музыкальных инструментах и посещать церковь, расположенную на территории колонии. Колония, если говорить по-старому, усиленного режима, то есть содержатся осужденные первый раз по тяжким статьям. Колония работает в штатном режиме, вот, несмотря на то, что в свое время и в августе, и в феврале месяце колония неоднократно подвергалась обстрелам. Восстановительные работы ведутся по плану. Были выделены строительные материалы из Центра управления восстановлением в виде того же шифера, рубероида, битума, стекла. Поэтому то, что мы можем своими силами сделать, мы делаем. Если есть возможность заработать деньги, мы их зарабатываем для того, чтобы пустить потом на то же развитие колонии. Большую часть, да, восстановили. Просто было бы восстановлено в разы больше, если бы не обстрел 6 февраля. Поэтому сейчас просто нужно определенное время для изыскания материалов, чтобы это все завести. Ну, я думаю, к лету все будет нормально. Анна Триксель, Вячеслав Богайчук, Новороссия ТВ.